Вы смотрите новости. Заместитель акима области Мархабат Жайымбетов встретился с работниками компании «Казпетролгрупп», «Куатамлонмунай» и «Кор». По итогам встреч были подписаны трехсторонние меморандумы между областным акиматом, нефтяными компаниями и профсоюзами. В компании «Кор» трудятся около 300 специалистов, более 80% местные. Несмотря на снижение объемов нефтедобычи, компания, как и все нефтяные операторы области, не допустила сокращения работников. Задача и далее обеспечить максимальную защиту прав простых нефтяников. С этой целью подписан меморандум с акиматом и профсоюзом. Такой же документ был подписан и с руководством компании «Казпетролгрупп». Во главе угла – защита трудовых прав работников, улучшение условий труда на рабочих местах, создание безопасных условий, повышение доходов. С прошлого года на 38 предприятиях области до 50% повышена зарплата более 8 тысяч работников. Наша главная задача – своевременно реагировать на любые проблемы в обществе и принимать оптимальные решения. На встрече в СПА «Куатамлонмунай» работники подняли вопрос о повышении заработной платы и заявили, что инвесторы из Китая совсем не заботятся о положении нефтяников. В этой связи со стороны областного акимата будет проведено исследование для оптимального решения трудового спора.